оба по-разному подходят к подходу приготовления. Есть ли среди этих прекрасных людей для вас лидер? Если с точки зрения того, что Владу подсказывает Эктор, а вы мешаете Алексею, то, конечно, Влад пока ведет. Нужно обязательно учитывать статистику ваших появлений за тем или иным столом. То есть, в принципе, на ваш взгляд... Знаете, сколько процентов вы вели игрока? То есть, если я стою рядом с человеком, то, в принципе, это неудача. Подождите, не факт. Я сужу, смотрю по другим критериям. По каким? Если вы... Наконец-то, что-то новое. Не, если, допустим, некоторые детали вот, там, учесть, то вот у Влада тоньше нарезана морковь. Мне кажется, это лучше будет. Лучше, чем что? Чем у Алексея, потому что у него толсто нарезана морковь, соответственно. Вы знаете, я чувствую очень железную логику в том, что вы говорите. Женская мышца. Я не понимаю, чью, но неважно. Я понимаю, что тоньше нарезанная морковь оказывается лучше, чем крупно нарезанная. Да, это говорит о том, что техника приготовления у Влада чуть-чуть лучше. Нарезал морковь мастерски. Я услышал вас, спасибо. Уважаемые гости, Алексей и Влад, хочу спросить, была ли у вас раньше проба, скажем так, нарезания моркови? Влад. Конечно. А как? То есть ты когда-то нарезал морковь? Да, в детстве. Это было как-то развлечение? Хобби. Это хобби. А, просто ты собирался с друзьями, вы брали морковку, резали ее. У кого мельче, тот и выиграл, да? Конечно. А Алексей, у вас? Морковку? Да, вы резали в детстве морковку? Влад, поклади, пожалуйста, половину столовой ложки мисо-пасты у соевый соус. Алексей, у вас 3 минуты прошло. Все, сливайте. 3 минуты. Убираем? Сливайте. Да. Скорее. Закрываем? Сливайте. Вы знаете, давно не помню, чтобы судьи наши подсказывали, но, Алексей, вы знаете, вы, наверное, все-таки вот как-то повлияли на эту троицу. Дивіться далі. Суддівські перипетії. Через що Аня Тарасенко не наважиться назвати переможця? Чесно, я б розділила свій голос пополам. І чому Богдан Шевлюга буде безжальним до зірок? Значить, зараз моя любима рубрика «Минутка критиків». Дізнайтеся одразу після реклами.